Всем привет! Это Джойстики, мы сегодня в Базеле. На прекрасном событии, на которое нам достали входные билеты. Называется оно Art Basel. Да, и сегодня мы вам покажем, что такое настоящее современное искусство. Кто не знает, что такое Art Basel, это международная выставка искусства, которая проходит и в Базеле, и она была здесь придумана, скажем так, впервые организована. Но также она проходит в Гонконге, в Майами и в Париже в разное время. Так что, да. Поэтому нам очень повезло сегодня побывать здесь. Но я уже второй раз здесь. В прошлом году я тоже здесь была с дочей. Да. Но они просто очень любят искусство. Да. Вот. Сегодня мы всей семьей. Да, да. Сегодня здесь куча народа. Сегодня, кажется, закрытие уже. Воскресенье, третий день. Вот так вот. Там вот вход. Один. Да, несколько. Там второй вход. Там третий, четвертый. Там чил, да. Поэтому... Сейчас ждем, когда нам вынесут билеты и будем заходить. Так что подписывайтесь, ставьте лайки и смотрите внимательно. Да. Добро пожаловать. Уже постепенно приближаемся ко входу. Договорились на 12 часов дня с билетиками. Надеюсь, нас не подведут и не придется, потому что вход, кажется, самый дешевый. 100 евро, 100 франков, да? Ну, это, наверное, если на все дни, нет? Нет, это так, с карты, да. Это на двоих, значит? Да. Может быть, на двоих, не знаю. Ну, вроде не, на одного. А, нет, по-моему, там было... Здесь там такая зона. Да. А на... Куча людей. Вот мы пойдем на тот вход. Вот очередь. Осталось ждать 10 минут. Да, обратите внимание, какой вход. Металлоискатели, секьюрити, все очень-очень серьезно. Так, ну мы уже попали внутрь. Прошли контроль. Честно говоря, волновались, может, нельзя сюда с камерой заходить или что-то в этом роде. Ну, хорошо, что у нас маленькая камера DJI. Она, можно сказать, безобидная. Не надо с собой таскать всякое оборудование и так далее. Карманная камера нас вполне устраивает. Да, да, на всякие такие вот моменты. Так, вот это вот, так сказать, первая зона. Тут кафешки, можно перекусить. Это все большой выставочный центр, правильно я понимаю? Выстав. Ага, ну да. Ну я понял. Да, ну это большой, большой выставочный центр просто. Вот так вот выглядят выставочные центры. Фермочки, ну все как бы стандартно, да. Вот там вот еще один контроль, надо показать нашу карту. И будем уже заходить в самый, так сказать, самый большой, да. Там уже виднеются всякие экспонаты. Сейчас пройдем. Вот такое вот. Что это такое? Слушай, не видишь, что это из чего это там сделано? Пластика какого-то. Пластик, да. Пенопласт. Все что угодно может быть. Тематика, да, такова, что все можно использовать повторно. Ага, все, я понял. Перерабатывается, все заново используется. Все, я понял. Много... А это что, ковры на стенах? Да, да, все-таки мода. Какие-то книжки. Вечно. Прикольно, психоделика. Инсталляция автомобиль. Мерседес, разобранный по частям. Интересно, интересно. Видите, у меня как интересно. Фотографии. А, тут они одинаковые. В таких подставочках.
вам могу сказать, интересная мазня такая. Как будто это Арина рисовала. Если честно, ничего не понимаю в современном искусстве. Но мне нравится. Вот так вот. Арина, это как ты делаешь из картона? Да? Из картона. Такие вот картины сделаны. Из фанеры, из картона. Вот из картона, смотри. Да, вот это из ящиков. Очень интересно. Вот еще такие комнаты, где показывают всякое арт-кино. Или там могут быть какие угодно инсталляции в отдельных таких комнатушках. Чтобы вы понимали, вот такая вот, типа как сетка из пластика, из кусочков пластика. Руками сказали не трогать. Ну что тут, понятно, что нельзя трогать руками. И мы так присмотрелись, похоже на пластик. Ух ты, какая. Класс. Как будто книги на полках сделаны. Это и есть книги? Да, это действительно книги. Арт на книгах. Это обложки сделаны. Ага. Ух ты, это инсталляция с проекторами, да? Да, маппинг, 3D-маппинг. Красиво сделано. Ну что вы? Фоточка, еще и в цветах. Да, Украины. Прикольно получилось. Так, ну прошло уже минут 20, как мы тут бродим, и мы только по этому залу ходим кругами, находим что-то новенькое. А вот я захожу в зал, в котором шикарные две картины. Она настолько качественно нарисована. Вот это вот тоже. Очень круто. Сейчас покажу чуть-чуть ближе. На расстоянии она, конечно, вот на правильном смотрится. Вообще круто. Ну вот еще очень крутое полотно такое. Просто накинуто в ткань, и на ней шито из кусочков, и на ней какой-то то ли забастовка, то ли что-то такое, темнокожих ребят. Что-то оно показывает, 100%. Ну, это надо разбираться. Боже, это колючки, это акация. Это колючки от акации. Вот такая вот огромная картина сделана. Обалдеть. Это такой чиллаут для детей. Можно поваляться. Как тебе, удобненько? Да, покачать тебя? Чилишь? Класс. Гамачки такие кожаные. Нашли еще одну интересную локацию такую. Такое впечатление, что мы зашли в магазин матрасов. Такая вот локация. Куча матрасов, не знаю, они, может, действительно продаются, конечно, либо это просто чил, чтобы поваляться, посидеть, отдохнуть. Сейчас разверну камеру, покажу. А вот тут показывают, как делают матрасы на экране. Да, я думаю, что тут много еще инсталляций от всяких компаний, которые себя представляют в арт, в арт-подаче какой-то. Вот это, я думаю, один из примеров. Это производитель матрасов. Ну, просто сделал такой шоу-румчик.
ждем на красный. Странное, конечно, искусство. Скворечники из картона. Здесь целая комната разных размеров. Но что-то в этом есть. Это не Арина наша? Да. Кстати, выставляет. Она выставляется. Да? В этом году Арина решила. Смотрите. Да. Как я это и называю, из говна и палок. Из говна и палок. Да. Девочки, ваши впечатления? Ну, мы пока еще не полностью насытились искусством. Нам надо время. Интересная такая штука. Я понимаю, что это акрил, приклеенный какой-то фотопечатью, между собой склеенный. Вот такая вот инсталляция получилась. Просто перья на проволоке. Что могу сказать? Современное искусство, оно такое. Это инсталляция, тренажерный зал. А еще тут часто проходят разные перформансы. И вот повезло, на этой тренажерной, так сказать, истории попали на перформанс. Инсталляция сразу ожила. Да, конечно, неожиданно. Не, ну я знал, что это такое событие грандиозное, но говорят, в Майами там вообще это все происходит на улице. Не ошибаюсь, бесплатный вход, все экспонаты, ну, может, не все, но очень много экспонатов выставляется просто на улице. Вот такой вот экспонат. В общем, тут дует воздух. Можно подудеть. Так это выглядит со стороны, ты ее крутишь и издает всякие разные звуки. Мы когда были на фестивале Зиги, там было вот таких вот всяких историй много. Кстати, что я заметил, очень часто встречается использование вот такого вот газового трубок неона. То есть не там флекс неона, не там вот другого какого-нибудь, а именно вот газовые трубки. Здесь посмотрите, сколько удлинителей. Если это видно, длинный удлинитель, провода сделано. Тоже инсталляция, как гнут делают из этого неона, разные надписи. Очередная инсталляция из камней, на этот раз, не знаю, это похоже на соль. Надо сейчас прочесть, как это называется, из чего это сделано. Такие вот просто разных размеров с какими-то отверстиями. Да, это соль. Интересно сделано, интересно.
просто висят трубочки, покрашенные в желтый цвет. На ферме получается вот такой вот объемный шар. Тоже все подсвечено, очень игра зависит, думаю, много от грамотной подсветки. Точность подвеса, соответственно, там на ферме на одинаковом расстоянии сделаны отверстия, на лесочке висят трубочки, и вот четкий расчет разной длины трубочки, и получается вот такая интересная штука. Я очень люблю вот эти всякие яркие такие картины, но это фотографии, обработанные с фильтром, с эффектами разными, как немного пиксельные, старые фотографии, какие-то необычные, такая вот галерейка какого-то фотохудожника. Ярко, да, тут смотрится. Так, а тут инсталляция барахолка. Всякие ненужные старые вещи. Вот так вот, если у вас есть дома, вы тоже, в принципе, можете принять участие в Артбазеле. Люстры, матрасы, кастрюли, тент. Так, барахолка. Да, я же говорю, если у кого-то есть, могут. Так, смотрите, какая тут интересная история. Вот она состоит из множества вот таких вот картин, стоящих на полу. Начинается вот с черной, потом чик, постепенно что-то появляется. Появляется больше. Еще больше. Еще. Но это уже разные. Идут. Но. Еще. Еще. Ух ты, как тут. Классно. Такой красный прям. Видите, сзади меня человека в оранжевом. Думаете, это просто уборщик подметает? На фигушке. Это вот такая вот инсталляция. Он ходит, просто подметает. Сейчас я покажу. Вот этот вот периметр. И там у него шкафчик стоит. Щетка, вся история. И вот он просто ходит по этому периметру и подметает. Ничего необычного. Вот и все. Такой вот, вот перформанс. Так, ну что, искусство искусством, но ну, уже 1.5 часа. Ирина, как всегда, подготовилась, ничего с собой не взяла. Захотела кушать. Вышли. Но мы обошли полностью первую зону. Первый этаж. Сейчас будем на второй идти, да? Да, да. Народ все прибавляется, прибавляется. Посидим минут 10, отдохнем. И будем следовать дальше. Ну, мы уже перекусили. Мы. Мы и Арина, да. Постепенно поднимаемся на второй этаж. Решили сначала обойти это здание, потом нам нужно вернуться домой на пару часиков и вернемся обратно. Позже расскажем, почему нам надо вернуться домой. Так, ну тут как-то все покомпактнее выглядит на втором этаже. Да, но тут намного больше экспонатов. И там вот вход, картины, какие-то инсталляции. Все, в принципе. Ну тут да, тут мне больше нравится. Да, конечно. Только надо знать, какой краской и так далее. Тут
это холст или что это? Я не знаю, что это. Какой-то баннер вообще, блин, похож. Порезанные просто кусочки. Вот. Только не трогай. С размером. Да. С размером. И вот тут QR-коды, можно отсканировать, посмотреть, сколько стоит. Вот мы просканировали. Мы посмотрели. Сколько стоит? Цена. 4 тысячи долларов. Нормально. Как думаешь, что они делают? Да, если видно, вот тут пожар в доме, и мелом просто нарисовано. Да, мне кажется, тут нереально обойти все это за один день, тем более за час. Еще надо понимать, куда идти, как. Тут очень много картин, просто. Так, ребята, вот это интересный экспонат. Точечный свет вот делает такую историю. И тут просто чучело кошки, в которые вставлены вот такие вот. Если она еще сейчас спрыгнет на меня, это реально чучело кошки. Ёпарасоте. Со световыми такими вот волочками. Я в шоке. Необычно. Да, такой эффект. Ролики крутятся, и тут пленка. Ага. Если вам видно, вот так вот, видишь, как шея? К ней близко подходишь? Вот подойди к ней близко. Ее сейчас заключат. Опа, видишь? Защита. Срабатывает защита, чтобы не подходили сразу. Ой, так интересно, видишь, как шевелится. Ага, жижа. Лену заинтересовала волосатая картина. Это проволока? Да, да. Класс.
И мы практически обошли второй этаж. Осталось совсем чуть-чуть. Сколько мы тут уже находимся? 2,5. Так, 3,5 часа, обошли первый этаж, половина второго, наверное. Ну, может, 70%. Нет. Да. А что там, Алин, загляни, как ты? Как на скамейке сиделась? Нормально? Нормально. Не, ну она чуть-чуть посмотрела. Так, нам надо ехать домой, потому что у нас дома есть один питомец. Это не наш кот, а птенец, которого мы нашли на этом самом, на пляже. Надо его срочно покормить. Поэтому мы сейчас садимся на поезд, быстренько едем домой и возвращаемся обратно через 2 часа. И еще часик. На том же месте, да, окей. Ну, покажем птица, так уж и быть, как мы его кормим. Приедем домой. Так, ну что, мы быстро забежали домой. И вот сейчас мы покажем нашего питомца. Вот этот малой у нас живет, зяблик. Давай позируй в камеру. Голодный, но мы уже дали ему пару зерен, червячка, вот он кушает таких червячков. Да, сегодня он ровно неделю у нас живет. Сейчас покажу, как я его кормлю. Давай, творожок. Опа, за маму. Опа, за папу. Опа, сейчас. За деда. За бабу. Ну вот, собственно говоря, так мы и кушаем. Окей, теперь и нам тоже надо покушать. Поэтому увидимся на арт-базе. Так, ну что, мы вернулись обратно. Переоделись чуть-чуть. Чтобы Дочь. Было удобнее. Да, чтобы было удобнее. Покушали, всех накормили. В общем, у нас дорога заняла туда-обратно час. С едой, да. Полтора. Ну да, 1:20. Поэтому, в принципе, мы джойстики нормальные. Да, расположение. Доча, ты как? Так, сейчас мы идем уже куда там? Miami Decision. Miami Decision. Что-то посмотрим, покажем. Окей, пошли. Так, попали сюда. А тут везде сплошная мебель. И всякие скульптуры такие. Для интерьера. Вот, сейчас покажу. Вот такие вот овечки. Ослик. Куча мебели. Вот такие вот необычные стулья. О, Ленчик, комодик нужен. Да. Комодик нужен. Офигеть, это из чего? Это... Класс. Смотришь? Смотри, воу. Это столик, да? Что-то поставить или нет? Просто. Ну, смотри, какой регаль. А? Класс. Ленка, а ну просканируй. Почем тут ваза? Ты хотела? Вот она. Тарелочки такие. Такую же, да? Ой, вот это классно. Какая необычная лампа. Маленькая.
Смотри, какой диван. Диван на стуле отдельный. Угу. Посреди у нас все это костер. Костер, шашлык. Так, чуть-чуть тут прошлись. Особо не покажешь тут. Мебель такая, она все сливается, поэтому очень маленькое помещение. Да, судя по погодке, скоро пойдет дождик. Да, мы переоделись там, такие, ах, жарко. О, так уже идет. Уже капает дождик, класс. Надо прятаться внутрь. Так, зашли на первый этаж другого зала. Да, тут уже мне больше нравится. То вы меня завели в эту мебель. Мебель это интересно, но такое. У меня свой вкус. У меня свой вкус. Вот я вот таких крокозябликов люблю. О, так это я. А, ну это экран, который задут, видишь, под силиконовой, наверное, какой-то историей. Нет, сверху просто как крышка, значит. Ну, да, вот она резина. Или это стекло. Она, видишь, она не полная, видишь, вот здесь есть пробелы. Здесь да. Ну, это силикон или стекло, непонятно. Что-то. Что такое? Installation. Проблема всего в этом, это вот эти вот все заходы, проходы. Идешь, и тебя какая-то инсталляция затягивает, и ты выходишь в другом конце, не понимаешь, где ты зашел. Вот. Поэтому тут можно ходить целый день, и, наверное, может что-то даже, да, сегодня посмотреть. Потому что все очень запутано. Меня все и привлекают, эти яркие картины. Это вообще класс, объемные такие. Супер. Это популярная иллюзия бесконечности. Просто ящик с зеркалом. Ну все. Я говорю, дождик прошел, а мне
Сири говорит, преимущественно вероятность дождя. Да, привет, Сири, привет. Мой фонтан выключили. Все, тут скоро начнется да, игра на скрипке. Но это виолончель. Да? Ну все, я знаю. Ой, фонтан включился. Так, ну что я вам хочу сказать? Впечатлений масса. О, она уже там заскрипела. Впечатлений масса. Даже не знаю. Посмотрите, мы смонтируем, что там получится. Главное, подписывайтесь, ставьте лайки. Мы будем больше ездить по таким интересным местам, если вам это понравится. Это, конечно, будет ролик не для ценителей искусства, а для любителей просто таких, да. Таких. Мало текущих, кто любит просто хорошие тусовки. С музыкой тут тоже все в порядке. Прям такая лирика, за душу берет. Да? Ой. Сейчас спою. Вы только прислушайтесь, просто уши не выдерживают. Это какая-то антимузыка. Ну ладно, там картина из тряпок. Ну ладно, там фигура из бутылок. Но музыка без музыки — это точно не мое. Надо делать ноги. Делаем ноги. Так, ну нам, в принципе, все понравилось, кроме музыки. Устали. Но музыка только сейчас, и она на заднем фоне будет слышна. Вот это вот очень музыка искусственная. Антимузыка такая. Да. Бедные звукачи. Что, спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь. Это были джойстики. Всем пока. Чусь.